уважаемый Вячеслав Викторович. Вот журнал крупной российской авиакомпании, где нашим гражданам, пассажирам предлагаются французские, итальянские, испанские вина. Подобная ситуация в других авиакомпаниях. То есть фактически мы продвигаем винодельческую продукцию из недружественных нам стран, а они, в свою очередь, поставляют оружие Киеву. Уважаемый Вячеслав Викторович, есть предложение обратиться в правительство нашей страны и внести изменения в соответствующие нормативно-правовые акты и запретить продажу продвижения винодельческой продукции из недружественных нам стран на предприятиях общепита, на транспорт и заменить ее нашей, отечественной продукцией с маркировкой «Вино России». Конечно, нам надо продвигать и поддерживать своего отечественного товаропроизводителя. И, конечно, государственные компании, корпорации должны всемерно этому содействовать. Да, у нас должна быть возможность выбора, но там, где есть государственные компании и есть возможность поддержать отечественного товаропроизводителя, надо это делать.